О, это первый лайк за столько-столько времени. 4 раза перезашел для того, чтобы вам лайкнуть. Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала. С вами Даэф, и он принес вам позитив в качестве серии. Продолжаем наше увлекательнейшее строительство в игре Scrap. Сценарий Scrap. В общем, друзья мои, еле доехал, ехал и приехал. 3 видео я записал без музыки, лучше бы я ее не включал, что-то она какая-то совсем унылая, как это. Сейчас я ее потише чуть-чуть сделаю, вот знаете, и даже не заметил, что этой музыки нет, когда-нибудь я допишу свои треки. Так, на чем мы остановились? На том, что мы приехали к нашему кочевнику, 2 раза я стукнулся, но вроде ничего не оторвал. Спилил все трубы, и сейчас мы с вами проварим все вот это вот недоразумение и поставим на данное... Недоразумение, естественно. Нет, ну мы же там напилили немного труб. И поставим на данное недоразумение вот эту вот батарею. И будет нам счастье, и будет он летать прям как это, как овно с балкона. В общем, наливаем чайку-кофейку. Вот тут труб хватает. Кстати, даже не на одно колесо. Ну, 2 ведущих, это уже, как говорится. Как говорится, уже будет ездить. Будет жить. Е-бой. Даже что у меня осталось? Даже 13 лишних. Да ладно. Я, значит, ускоряемся и машем. Думал, что записать. И тут осознал всю тщетность. Мне нужен ротор. Мне нужен ротор. Тот, который улучшенный ротор. Поставил лестницу. Ук. Люк. Так, можно? А можно вот так вот. Запрыгнешь, что ли? О, ничего себе. Ну так можно было. Головку ему обрезаем. Сейчас сюда этот аккумулятор поставим. Так, что ты хотел? Ну ничего ты не хотел, у меня единый инвентарь ездить. Езжи. Е-бой. Так, панель управления. Улучшенный ротор меня интересует. Улучшенный ротор 2, да? Добавить малую головку. Ротор... Акум. Где-то я копсю. Блондинка. Так... Есть головка. Красная головка работает ловко. Знаете, что это такое? Вы не угадали, у меня жужжит в других ухах. Так, здесь, да? 3 штучки. Блин. Нахрен ты поворачиваешься? Тихо, Юрий. Тихо. Не жужжи. А вот и не угадала. У меня жужжит в обоих ухах. Мы вам сделали автоповорот. Кушайте, не обляпайтесь. Так. Ну давай, ставь кастрат. Не хочет, стесняется, хер на него. Так, работает. Все телерадиостанции, маньяк. А поменьше будь. Сейчас мы туда. Бип-бип-бип. Так, стальную пластину хочет. Я тоже ее хочу. Сейчас, главное, вот эту батарею прихреначить, и будет нам счастье. Бери больше, кидай дальше, пока летит, отдыхаешь. Так мы охренеем, да? Ладно, немного. Для чего? Не знаю. Для чего-то. Ну давай. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас мы туда воткнем. В жопу себе воткни. Извините. Да что ты? Ты же смог. Я в тебя верю. Звездюк. Какой же ты, сука, газдрап? Ой, все, я обиделась. Невозможно. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Вот, в общем, тут это. Я же не смогу так поставить батарею-то. Звезда пленительного счастья. Не зведите. О, блестяще. Затягивайте, Юрий Александрович. Ой, затягиваю. Сплю и вижу, дай затянуть. Этого... Ладно, матом не будем. Так. Сюда, блин. Ура! Ой, господи. Мама, вроди меня обратно. Зачем я в эту игру попал? Япона, мать. Гром гремит, кусты трясутся. Что там делают? Инвентарь из фул, правильно. Так, вроде как поставил, да? Давайте проварим. Угу, понял тебя. Тык-тык-тык. Это я еще не ездил при вас. Вы бы охренели, как я там проезжал. Ну не может он. Он не может.
Вообще. Так, мы хотим вот это вот отсоединить, да? Это не точно, неизвестные сигналы. Они меня уже задолбали, ваши эти неизвестные сигналы. Вот, волшебник, не лагай. Хэштег. Вот. Есть делельби. Теперь, топир. Берем вот эту батарею. Берем. Вот это вот. Магнитную пластину. Вот цеписька. Ноль, ноль. Не надо в эскейп бежать. Не лагай. Вышел какой-то микрофикс, но, к сожалению, совершенно не то, что мы хотели. Что мы хотели. Что-то хотели. Так, как бы мне его поставить-то поаккуратней туда? Ну, хрен меня знает как. Ну-ка, поехали. Могу поднять? Могу. Как стоячего. Бам. Теперь аккуратненько там уронить. Ага, недолет. Эх. Глаза не видят. Не слышат. Так. Выпирать сильно будет? Да ничего, мы это. Главное, чтобы колеса меня оторвало, а там все остальное, как говорится, не в сказке сказать, не перьем описать. Я думаю, вот так вот поставим прям соединительным. Вон, 6 километров. Не поеду. Даже не просите. Ну, в теории, да. В теории должно быть так. Ну что, попробуем? Ну что, покойнички, покатаемся. Тык-т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 ык. Почти. Идея. Ну, кофе. Сейчас я ему еще один приделаю. Прям здесь. А он уезжает. Он обещает вернуться. Ну-ка, стой. Ага. Так я его не переверну, и так я его не переверну. На правую кнопку мыши тоже не переверну. Нет, надо было это снизу делать. Правильно он мне сказал. Делайте снизу, Юрий. Юра. Волчонок. Что-то он теперь его не поднимает. Тяжела-то шапка Мономаха, что ли? Думаю, сэкономлю немножко вашего времени. Немножко подумал и решил, что здесь намного будет раз безопаснее, а два проще застыковать все вот это вот недоразумение, поэтому сделал так, а там уж... Ну что ты какой? Давай, поднимай. Закрой за мной дверь, и я ухожу. В общем, друзья мои, потихонечку-полегонечку расцветали яблони и груши, и у нас все становится с вами очень-очень отлично. Зачем ты его туда? Ну, давай сюда. Как зацепится, так и зацепится, как говорится. Правильная мысль? Вот скользит-скользит. Сейчас мы его к себе подтянем. Рукой отламываю, ногой откатываю. Сейчас бы его перевернуть бы, но я, если что, доварю еще. Ну, давай, подойди ко мне. Не строй себе супермена. Вот, вот примерно так. А потом перевернем, и он не будет болтаться. Ну-ка, Фе. Ну-ка, дай поглядю. Низковат. Сейчас вот сюда вот его переделаю и пристыкую прям сразу же. Мы не ищем легких путей. Так, ну-ка, камцу, папа. Дождь это еще. Ну, давай. Собака-то злая. О, хорошо. Хорошо. Тихо. Сюда. Сюда. Сюда, 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 сюда. Так, 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 так. Почти. Почти. Еще. Еще. Ямана. С первой попытки. Персик, блин. Так, он будет у меня тереться об этот блок? Да я, в принципе, этот блок удалю нахрен и этот зафиксирую. Все это вот лишнее теперь. В принципе, я же могу сделать вот так вот. 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 Все. Оно прирослось. Да? Да. В теории. Это не точно. Так, теперь мы его прожариваем. 4 энергии ячейки. У меня их много где-то было. Так, покажи мне все, что в тебе есть. Все, шикарно. Самка динозавра, ребята. Просто самка динозавра. Ебой. Она еще и заряженная. О-о-о, это я сделал? Че, правда вот я? Прям серьезно. Так, наверное, его надо сразу же... Отстань. Давайте зарядимся халявой. И что у нас тут по батарее? Так, батарея. Батарея полная... О-о-о-о! Вот это я понимаю. Вот это серия. Вот думал, куда бы не пойти, куда податься. Очень много контента надо записывать.
и потом осознал вдруг внезапно, ребята, то эта игра мне на данный момент поднимает мое настроение. Не такое, правда, веселое, как хотелось бы, но тем не менее поднимает, и ладно. Так-с, ну что, давайте все вот это вот делаем сразу же. Аккуратненько сейчас его перевернем. Все свою ношу с собой. Так, это прошипело, значит, это можно уже... Это уже можно отрубать. Все, волшебник. Есть делен. Туда можно поставить гироскопы прямо. Лерой Джекинс. Так, мне его надо перевернуть, да? Вокруг своей оси. Аккуратненько, чтобы не взорвалось. А чё, где кадр? А чё так дергает-то? Кадров 120. Что такое? Сможем, не сможем, как вы думаете? Не, чтобы оно не чиркало а блоки, сами понимаете почему. Так, улучшенный ротор батарея. Вращающий скорость. Живой светится. 180 градусов. Ну стой. Вернись-ка. Да блин, все никак и никак. А, тут можно просто правой кнопкой мыши нажать, и оно все будет хорошо. Помно. Блокировка ротора. Все, отлично, ребята. Оно стоит, оно ровненько, и оно заблокированное. Ё-на. Так, подводим итоги. Сколько у меня труб осталось? Угу. 3. И 7 ячеек. Ячейки все? Все, все. Ну что, попробуем, проедемся. Мне по-хорошему с того корабля... Знаете, что мне надо? Мне надо сейчас все вот это вот скин... Надо на какую-нибудь площадку уехать. Как вариант... Как вариант, что я могу себе позволить? Вот эта вот херня настолько мешала смотреть, что вы даже себе представить не можете, насколько. Теперь мощи-то должно хватать. Хватать. Где на ногах крокодил в ванной? Теперь мощности должно хватать. Мне не хватает еще много-много труб. Давайте разгрузимся, чтобы было попроще. А как-нибудь присоединиться нельзя? Пока никак. Пока никак. Так, машину отвести в сторону. Мыслительный процесс пошел. Сейчас я ее подальше, иначе сами знаете. Как поедет, как помчится на оленях утром ранним мне. Там хер остановишь. Так, я ее подальше отгоню на всякий случай. Она уже хоть и полегче стала. Так, все, стой, так я все уложу. А вот здесь с тормозами что-то совсем беда. Так, запись вернул? Вернул. Растакался, Юрий Александрович. Все, стоит. Боится. Ну, я не думаю, что здесь задавит нас. Ну, склон, конечно, большой. Куда-нибудь на плоскость бы хотелось бы вырулить. Отрулиться. Так, а как я это сделаю? Ну, просто на П нажму, и все, и не буду себе мозги... Да? И ничего не отвалится же. Да в теории ничего. Ой, и куда это я поехал? Стой. Стой. Дышите, не дышите. Парковка. Все, работает. А, хороша. Хороша. От нее поет душа. Так, ты уходишь. Так, мне надо вернуться домой, но мне надо вернуться домой вот этим вот. Как-то надо придумать. Понимаете, один блок, одна нога. Зря я, наверное, рано я от базы уехал. Сейчас бы вот это поставить как раз на крылья любви. А вот на этом уже переезжать. Да давайте попробуем, проедемся и все. И не морщ себе свой жопе. Юрий Александрович, Г, циферкой 5. 5, парковка. Выкл. Там же точно парковка. Не ручной тормоз. Включить главный кокпит. Ручной тормоз. Какая парковка? Ручной тормоз. Юрий Александрович, вы тормоз. Уйди. Ручной тормоз. Все? Ручной тормоз. Выкл. Выкл. Шикарно. Ты самка динозавра. Так, колеса большие. Высота подвески. Опа! Подрослось. Так. Мощность. Мощность устраивает. Силу коннектора. Колеса передние, да? То есть у меня два передних колеса, которые с тормозом. Вот это хуйня. Вот это плохо. Через нос тормозить. Это такое себе.
Так, рулевое управление все есть, ведущее колесо есть, это есть, 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 есть. Высота подвески есть, сила коннектора есть. Так, жопичные колеса. Колеса внедорожника, тормоза, ну, в принципе, все то же самое, только трение поменьше, да? Трение поменьше на сзади. На сзади. Ну что, попробуем, поехаем. Поехаем. Да нормально. Да вообще отлично. Только медленно, чтоб звездец, блин. Ага. Теленков не хватает. А почему? Давайте думать. Так, значит, может быть, мощности прибавить на передние колеса, а на задние еще немножко трения убрать. Мощности поболее, угол поворота хороший. Давайте поменьше угол поворота сделаем. Лучше помедленнее это. Высока, да, высока. Рака. Страна моя родная. Ну-ка, давай попробуем. Вообще не едет. Блин. Без ног не слышит. Пытается. Может, на тех тормоз просто включен? Давайте проверим. Так, колеса задние. Это жопичные, 3 на 3, да? Тормоз, ну давайте уберем тормоз. Рулевое управление и ведущее колесо уберу. Разрешить парковочный тормоз уберу. Нелинейная ароматизация оставлю. С точки зрения оральной эрудиции, сейчас мы должны прям ехать прям как не в себя. Едем только не в туда. Да ну так, вы знаете, ну в горку-то вылезли. Малый угол поворота колес. Все, я уже вижу, в чем проблема. И я могу ездить. Так, а куда мне надо ехать-то? А, мне надо ехать до дома, до хаты. Надо доваривать колеса, однозначно. Слушайте, оно едет. Это не точно, но едет. Тогда уровень поворота, наоборот, побольше. Да, ну, ладно ты. Вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Как-то вот, ну, вы знаете. Конечно, оно едет, но едет оно со скрипом. Но едет вообще без проблем. Главное не разгоняться. Так, тормозит, тормозит отлично. Отлично тормозит. Что это меня задрожало? Мне знаете, что кажется? Сейчас я пару фокусов проверю и потом разберемся уже. Ребята, вообще халява. В общем, не надо здесь скидывать ни трения, ничего. Просто возвращайте себе взад это все удовольствие. И едете совершенно со спокойной душой. Надо, кстати, свою вот эту кабину воткнуть себе на самый верх. И все вообще вот без проблем каких-либо. Тормоза шикарные. В общем, вернул я такие же настройки на все колеса одинаковые сделал. Хрен с ним, что эти непроваренные. В этой серии мы должны полететь. Не знаю еще куда и зачем, но должны. По крайней мере, у меня мобильная база, как вы мне писали в комментариях, приделать все остальное на нее же. Как же мне эти лод-объекты прям, ну вот за что? Вот почему вот средняя часть колеса вот так себя ведет? Правда, громко, по-моему, ёпт. Опасность. Опасность. 7 миль для бешеной собаки не хрюк. В общем, оно ездит, тест пройден. Тост пройден. Наливай. Поворачивать, конечно. А тормоза-то шикарные какие. О, ё-моё. Пусть я доволен, вот прям как не в себя. Главное, здесь никого не подавить своими большими колесами. У меня здесь есть как раз... О, взлетает. А мы же еще и можем застыковаться. Можем. И никто нам ничего против не скажет. Мы вот на эту вот... И это... Бумбалу сейчас себе кон. Лошадь. Где ты большой и толстый? Эк. А я, наверное, не опущу так низко, да? Я тут переварю повыше. Что вопрос? Это мудала. Это мудала. Заодно под это. Они же оба заработают. Правильно, правильно. Это не точно. Юрий. Лосфоратор. А, хер там. Блин, как же все это нелегко, ты шапка мономаха. Надо избавляться от одиночных блоков, ребята. Я вам скажу почему. Потому что они... Надо чистить сейвы. Сейвы с каждым днем все сильнее и сильнее растут. Шипи. Бир, ты что меня пугаешь, придурочный? Ой, что-то я заикал. Кто-то про меня вспомнил.
запомнить все. Так, вам нужна... Могу? Не могу? Могу? Не могу. Та-та-та-ра-та-ра-там. Так, ты идешь в жопе. Сейчас мы хитро здесь сделаем. Ага, так я вообще видеть ничего не буду. Вам нужна остальная пластинка. Ты меня занял? А, хера. Хм. Была цыганка хера. Так, колеса большие, чуть пониже. Сдувся. А я и там мог присоединиться, но не знал. Ладно, мне простительно. Взял, сломал себе забежечку. Ну, Юра. Юра, волчонок. Так, еще один коннектор. Видите, насколько у меня скорость увеличивается? Прям вот вообще как не в себя. Ну, мне поспокойнее стоять. Не поспокойнее мне стоять. Хотел сказать, мне поспокойнее стоять, когда вот так низко. Потом понял, что я в сам корабль не залезу. Ладно, длиняйте. Имеем полное моральное право. Так, так, так. Уже хочется еще чего-нибудь найти себе прям уникальное. И прикольное. И заставить эту штуку летать. Так, подводим итоги. Что у меня тут есть? У меня тут есть как раз два трастера. Это вперед и назад. Вправо-влево есть, вперед-назад есть. И где-то был большой трастер. Вот на какой-то из этих машин есть большой трастер, который надо отчинить и себе воткнуть на взлет. И все, и мы будем летать на той большой машине. Правильно, правильно. То, о чем я мечтал уже 10 серий. Летать. Все отлично. Павук. Он мне напоминает павука. Сейчас мы аккуратненько. А, оно не поворачивает. Так. Так. Уберите этого с руля, я не с руля, Чебурашки. Я, похоже, еще на брюшке ползаю немножко. Надо чуть-чуть повыше сделать. Высота подвески. Чуть-чуть. Вот так вот. Вообще отлично. Главное не разбить. Сказал он. И разбил. Ну давай ты. Ворачивай. Ёпты. А что это было? И на что я наехал? А, на машину наехал. Рагул. Ну, слушайте, мы уже едем. Вообще отлично. Я думаю, что это вообще классно. Ребята, мы делаем то, что не делали в этом сценарии. Мы едем на большой машине, которую я сейчас застыкую. Туда пешочком добегу по-быстренькому. Может быть, даже долечу. Раздавлю и растопчу свой телефон. Не точно. Ёпс. Пибли. Опа. Срослась. Срослась, ребята. Зарядка. На зарядку, на зарядку. 25 минут реального времени. Как раз мне добежать до дома, до хаты, притаранить сюда ту машину со всеми этими хоряшками, хоряшки сплюнуть и подвести итоги. У меня, кстати, здесь есть первый мой водородный ускоритель, что меня несказанно радует. Так, ну что, я вернусь. Я пока бежал. А, пауза. Я пока бежал, меня тут внезапно осенило. Сейчас же у меня прицеплен... А, это водородный бак, я думал, большой сундук. Хотел сделать большой сундук. На него поставить гироскоп, кабину. В принципе, вот эти вот 5 трастеров. И за счет того, что это очень легкий будет летающий хренота, если это можно так сказать. Ну, просто там сундук, гироскоп, трастеры, батареи 2. В общем, облегчить машину. И как бы ее летающим краном сделать. В общем, идея хорошая, бежим дальше. Так, ребята, в общем, разгрузил я наш этот. Теперь подводим итоги, что у меня есть. По компонентам решетки. Мне лишь бы хватило все вот это вот удовольствие собрать на тот трастер. Сколько здесь компонентов? От этого зависит, полетим мы сейчас или будем дальше заниматься. Нужно 8 компонентов. У меня 3 компонента, и это не все. Потому что. Так, что за металл-то бесноватый? Так, здесь все заряжается, да? Так. Там уже встроенный компонент решетки. Проверяем здесь, что по компонентам. 5, все. Все, ребята, мы будем летать. Как в нос балкона. В общем, все хоряшки свои сложил, смотрите. Вот у меня раз трастер, это в жопе.
раз растер это вперед. Вперед-назад, верхние колеса срезаем. И вообще, нужны ли нам колеса? Я вот так вот подумал. Ой, извините. Если оно будет летать. То есть у меня тут еще на одно колесо получается. 5 на 4, 20. То есть у нас получается еще одно колесо проварили, да? Мне кажется, надо это делать, ребята. Ребята. По-моему, оно того стоит. Сейчас вот сюда вот вахнем себе этот. Сюда вот заместо вот этих вот всяких пластин себе поставим сюда трастер. Прям вот, вот так вот его вниз. А, тут эти, блин, проваливные мне. Так, сколько он блоков занимает? Ну, сколько? Сколько бы ни занимал, гореть не будет, если мы его поставим вот сюда, вот соединитель. Так, поехали. Дезинтегрируем. Уйди, не убивай меня. Главное его сейчас не пильнуть, ребята. Главное не пильнуть. А то я себя знаю. Так, нужен мне этот самолет. Ну, тяговый большой не нужен. Так, проверяем. Большой, атмосферный. Правильно же я вижу, что 8? Не вижу, не... А, еще 4 трубы надо. Есть 4 трубы, вообще пофигу. Ну чё, освобождаем тогда. Трастер. Заключение. Заточение. Так, убивательные уголочки. Налейте мне кто-нибудь что-нибудь вкусненького кофе, пожалуйста. Спасибо. А то вы так вкусно кушаете. Аж отсюда пахнет. Так, нужен ли мне этот... А он готовый. Водородный генератор. А чё в нем? Ну-ка дай-ка я тебя взломам. Ага, не взломам, блядь. Вернись взад. Так. Главное его не пильнуть. Ребята, мы полетим как пикар. Одной попыткой. Страшно? Аж жуть. Его мы поставим себе в задницу. Точнее, на взлет. Будет вообще отлично. Блин, мне бы кто-нибудь другую болгарку, что ли, выдал. Дали вот какой-то механизм. Мне хоть краешек надо освободить этого трастера. Потому что иначе он тут как задрочится. Задрыгается. В смысле. Будет нам счастье. Быть веселее не придумаешь. Мы уже так одно летали. Так, ну что, вылезет, не вылезет? Давайте попробуем. Unfriendly говорит... Да ты врешь, ты все, и спишь ты в трубочке. Так, где-то у меня были еще трубы. 4 штуки по-любому должно быть. О-о-о-о-о-о! Да ты что, волшебник, что ли, блин? Блестящий. Блестящий волшебник. Его надо сломать, разобрать и еще раз сломать. Да японский. Сколько моторов? Ты что, дура, что ли? Извините. Орал. Сколько ему надо моторов? Так, 20. 46. Сейчас. По сусекам-то наскребусь-ка. Где мне тут запрыг? Беги. Еще 10. Ага, фу. Хе-хе. Хватит. Что, полетим? Да? Карлсон залетел и ждет малыша. Все, он френдли. Ассистентит. А ты куда поехал-то? Дентит говорит. Эту херню надо взламывать. А его потом не починишь же. А, ну слушайте, одна ячейка, да вообще... Ты куда едешь-то? Ась? Ну-ка, одумайся. Сейчас мы тебя взломаем. Хрен на него. Одну ячейку мы как-нибудь себе на водородный генератор придумаем. Вообще смысла никакого в нем не вижу. Вот я его и починил. Опа! И что у тебя тут? 5000 литров! Главное, чтобы он сейчас ничего... Блестящий. Он выключен. Ух, ебни. Так, детач. Он френдли опять говорит. Ты задолбал меня. Френдли или не френдли? Блин, я в тебя плюну сейчас. Это мое? Да тут все же мое. Все мое. Всех убью, один останусь. Он искай меня полностью. Так, это мне починить не даст. Ну, япона мать. Игра, ты что меня душишь? Давайте посмотрим, что тут у него. Так,
Гироскоп недостроен. Ага, второй. Надо срезать. Large Atmosphere Thruster, то его хучу. Да. Я могу наставить. Подвески все не мои. Я подвески вражеские. Значит, сейчас мы им будем делать обрезание. Да нахрен он мне не нужен вообще. Доехал и молодец. Правильная мысль? Правильно, заодно лишние ресурсы. Это, по-моему, там подвесок было больше, чем я сейчас их телепонькую здесь. Зато доехали. Прям как настоящий. Ё-моё. Всех убью, один останусь. Но МСК меня полностью. Торфилд меня нежно. И... Ну что ты тут? Он френдли. Троллишь. Троллишь, скотинка. Так, здесь кто? Малый контейнер, конвейер. Может быть, здесь еще один спрятан? А где у него еще один двигатель? Ага, гироскоп вижу. Гироскоп надо починить. И большая труба. Ну что тут? Подожди. Так, побежали, побежали, побежали. Я тут даже себе лестницу уже вахнул. Тоже лезть. Не лезет. Батька не лезет. К рынку макни. Батька в крынку не лезет. Как-то можно вот взять там 10. А, вот 10 можно. Забери меня скорее. Мысли. А, не лезет через такую решетку. Ой, все. Я обидел их. Забери меня скорее. Давайте на всякий случай труп там и не труп. Уф. Сейчас мы его полетит дальше, чем видит. Так, вот гироскоп. Взламывай. Да ты... Тише, Юра, тише. Не звездите. Так, тебя допилить? Ты же мой? Или ты не мой? Так, это что такое? Малый контейнер. А это что такое? Водородный генератор. Вот еще один водородный генератор. Сейчас мы его... Не лагай. Сейчас мы его отчиним когда-нибудь. Так, все мое? Почти. Трустерс мой. Не мой. Ух, табак, ты злая. А я тебя вообще спилю нах. Дофея. Я вообще спилю. Потом в сундук попаду. Так. Сундук. Сундук? Сундук. Е-е-е. А, избушка? Вернись ты спередом, ко мне задом. И немного наклонись. О, 7 популингов. 7 популингов, ребята. Ну чё? Теперь. Инжи, все. Спасибо за комментарии, ребят. Без них я бы был бы как без ног. Так, детач. Тебе нежно и полностью. Як. Помяк. Р. Тяжеловат. Не лезет. Да, тяжеловато, а ты шапка Мономаха. Так, понял. С облегчением у вас. Как ты меня заиграл уже? Еще немного. О, блин, чуть не пильнул. Ой, был бы фейл. Тем фейлом был бы фейл. Так, и как мне тебя туда ставить? Он очень тяжелый. Он на грани моего этого. Поднимания. Он колоссально тяжелый. Ну ничего, вроде катится. Катится, катится. Голубой вагон. Да, по-моему, надо попробовать его толкать. Давай. А толкается поприятней. Если что, я его этим краном себе и воткну. А по-другому никак. Ну, потрачу пару тысячелетий жизни. Ну что, ты вот вообще не поднимешь его? Вот прям вот даже на пол карасика. Как плохо. Ну ничего, кран есть? Есть. Лесополоса, там лес. Ой, звезда, нашелся я на жопе приключений. Так, ну что, ребята, я думаю, что мы с вами... Я вернусь, когда хоть как-то его зацеплю краном, и аккуратненько мы его туда себе воткнем. Эти трастеры, ну ничего, да точно, ну что, 7 миль для бешеной собаки не хрюк.
Придется поработать крановщиком немного. Он вот не лезет, без ног не слышит. А я его могу наискосок толкать, интересно. Так вот. Вот могу. Да, нормально толкается. Главное его не разыграть. Так, а если я его буду стыковать через поршень, мы не улетим? Нахер. Я машину прицеплю ногой к земле. Вот и решение. Главное это не забыть. Так. Вокруг него это ношусь как этот. Как со священной торбой. Давай. Ну все, нормально тут. Ну чё, вернусь, когда дойду до какого-нибудь логического конца. Так, мне его надо поровнее поставить, да? Вот в эту сторону вот пнуть вот чуть-чуть. Вот. Давай, двигай. Дистрофаныч. Я бы, конечно, это не вырезал, но народ же скажет, что затягиваем. А это одно из основных наших. Знаете, что я не сделал? А вот и не угадали. Мне надо вот эту штуку поставить как-то на зарядку, по-любому. Потому что у меня здесь разряженные батареи. Насколько они разряжены, давайте посмотрим. Так, панель управления. Батареи. Заряд 700. Максимально мегаватт, да? А второй батареи тоже 700. То есть у меня не хватает примерно 200-200 и по 30... 460 киловатт мне не хватает. Полное исчерпание произойдет. Рано или поздно. У меня, правда, та херня заряжается. А мы можем это сейчас сделать очень-очень быстро. Не задавив вот эту херню. Кстати, эту херню я тоже поднять сюда не могу, к сожалению. Где кадры? Почему такое ощущение, что у меня их 10? Да могу. Туда поднял. Давай. Я боюсь, его раздавлю нахер, когда здесь начну стыковаться. Не раздавлю. Так, экспресс-методом лун, давай. Эпс. Уберите этого с руля, я не с руля, чебурашка. Тук-тук-тук. Пук-хрюк. Вот. Смотрите, какой профессионал. Вам нужна стальная пластина. Не вопрос, на. Забери меня скорее, унеси за 100 морей. Сейчас мы его воткнем на зарядочку. Мне, наверное, конечно, не хватит вот этой наглости. Еще один такой сделать. Но, может быть, и хватит. Так, ну чё, народ... Ну что, народ, погнали. Нефиг. Комплюктеров не хватает. Комплюктер у меня там есть. Вот с этого всего, с водородного, надо набрать этот весь водород. Сейчас посмотрим, может быть, хватит еще на два. Сейчас я все сплюну. И да хватит ты в эскейп-то жать. Ты не в Империуме, а думайся, человек. Так, на один хватит, а на маленький... Это я еще раз должен на 8 нажать. И на маленький. Need more computer. Так и есть же. Нормально же общались. Что, компьютеры кончились? Да ладно. Комплюктеров ему не хватает. Чё хочу? Ага. Понял, чё хочу. Так тут есть же уже все. Все, они не пили это. Не пиликай на меня. Итак. Так, состыкуем. Ну, в принципе, если полностью и нежно его опустить, то состыкуем. Все хватает. Немножко компьютеров не хватает. Вон там сиденье есть. Вообще не вопрос. Так, по-быстренькому. Активнее, Юрий Александрович. Где тут это сиденье было? Под сиденьем. Ну, япона мать, давай быстрее. А, у меня где-то еще же. Вот уже оно мое сиденье-то. Сколько компьютеров? Достаточно. И так сойдет. Ты кто такой? Давай, привет. Ты кто такой? Давай, до свидания. И кто такой? Теперь главное все не подавить. Я могу. Ой, что это? Кто это? Кто это сделал? Уходи. Уходи, убийца пластинная. Так. Кадр 2, дубль 3. Я как раз тормоза-то выключил. Так. Пониже. Пониже. Высота подвески. Сдувся. О, нормально. Так, сюда. И теперь полностью сюда. Яка. Пойдет. Так, батареи ставим на зарядку. Все. Понимаете, сколько у меня батареи?
В общем, в ближайшую десятилетку мы тут зависли и заряжаемся от двух этих вертушек. Еще бы вертушек. Так, батареи, small battery, полное исчерпание. Зарядка, зарядка, small hydrogen tank. Все? А, сам дурак. Батарея полностью зарядится через 51. Полное исчерпание. Зарядка. У меня же на этом корабле две батареи. Зарядка. Что это сейчас было? Слышали? В левом в ухе. Через 4 минуты зарядится. Это уже заряжено. Полное исчерпание. Понял. Не надо мне исчерпываться. В общем, 53 минуты мне здесь заниматься нанизмом. Те, что ли? А, это гром гремит опять. Санкт-Петербург. Вы думали, в рай попали? Ну ничего, 53 минуты заряжаемся и заряжаемся, что нам стоит дом построить. Так, что мы думаем? Мы думаем, что мы сейчас... А, я чуть на него не наехал, да? Мы думаем, что я встаю на паузу, как-то пытаюсь себе сюда вот его воткнуть. Даже не знаю, как. Даже вот не представляю, как. Но вот это покороче, а туда это... И через поршень там выдвинуть, задвинуть. Широкую на широкую. Там похеру, как его воткнуть, главное воткнуть. Эти два отверну и заново перестыкую. Хватит философствовать, оратор. Юрий Александрович, оратор. Вот. А катает он, кстати, очень приятно, когда вот так откатываешь. Прям вообще волшебно. Всю жизнь мечтал быть крановщиком. Черт, дернул быть медиком. Нет, кстати, я один раз залез на кран со своим братом. И пока не выпил очень-очень много чего-то фе, слезть с него не смог. Было страшно. Хотя по крышам бегали, ничего не боялись. А вот кран страшно. Он еще шатается, собака главная. Не лагай. В общем, пришлось мне там нажраться на этом кране. Эх, молодежь, молодежь. Молоды мы были. Так. Так. Ну ладно. Рекламная пауза опять. Для тех, уж кому очень сильно интересно, чем я тут занимаюсь. Вот немножко переделал себе этот. Будем надеяться, будет все нормально. Максимальная дистанция 2 метра. Давайте посмотрим, что за 2 метра. Поползла, 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 поползла. 0,9. Ну, слушайте, шикарно, если сейчас его сюда подведу. А, мне проще машин подвинуть. Ни хрена мне не проще машин подвинуть. Вот, в общем, вот так вот Юрий Александрович и занимается. Вот этими вот механизмами. Вот плохо, что он вот так вот не лезет. Мне очень надо ровно его сюда вот так вот прицепить. Да, по-моему, проще было наехать на него. Намного будет проще, потому что так я его не толкаю. Но если так вот попробовать, двумя усилиями... О! О, я сделал. Чем ровнее мы его здесь поставим, тем лучше будет. Тихо, погоди. Подложди. За хвостик. Равняем, 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 равняем. Еще чуть-чуть вперед. Еще немного. Ну, давай ты, блядь. Еще. Сука, много. Сука, много. Новые заклинания. Ну, стой. То и так я все улажу. Да, блядь, стящий. Вот так вот мы этим и занимаемся за кадрами. А вы думали, сова? Криво. Криво, надо отцепляться. Автозацеп выключать. Да отстань ты, блядь, от меня-то. Так, автозацеп. Выкол. Перто. Заперто. Пи. Так, надо выровнять вначале. Как можно сильнее выровнять? И следующий кадр, который вы увидите, это уже... Так, теперь думаем. Я его подниму. Он у меня вот это вверх, вот это низ, да? Подниму. Я либо его должен буду провернуть, потому что вот так вот я его туда перекинуть не смогу. То есть вокруг своей отсоси. Надо будет его провернуть. Ну ничего, провернем. Чем черт не шутит, тем мужик не перекрестится. Ровно? Слушайте, практически... Чуть-чуть прям вот, прям на мили-мили-мили-мили-мили-мили-мили. Или милитрям, где? Оно?
Оно. Так, теперь смотрим, как на него блок встанет. Никуя не встанет. Ни дня, никуя. Блестяще. Как это сложно. Сделать ему ухи подпорочные. Вот так вот. Вон туда только вот так вот мог встать. Вот у меня. Ангелочки есть такие, херуанчики. Так, и как мне это сделать? О, блин, зарядка для хвоста. А если я его вот так... О! Да ты чё, волшебник, что ли? Юра, ты что устраиваешь тут? Умыскай тебя полностью. И все. И тащи-ка. Не, не стукой. То есть что-то он легче потащился. Может, я кашки покушал? Вы не знаете? Я тоже не знаю. И все. Теперь вот здесь вот поверх. Слушайте, он и правда легче начал передвигаться, когда я на него пару блоков передвигал. Может быть, это вот зависит от того, что он это. Еще прям писечку. Ну, самка. Ребята, ну просто самка динозавра. Мы это сделали. Сейчас мы немножко еще угол чуть-чуть это вот. Вот так вот. До 52, да? Ну-ка попробуем. Тишно. Автозацеп. Открыто. Занято, да? Ну ничего, мы здесь чуть-чуть добавим 0,9. И там 0 еще что-нибудь. Так, было 0,9, да? Че так хреново крутится-то? Бедный мой колечко, я и так его разбирал. До метра. Нет, ты подожди. О! 0,5. Зацепись-ка. Опа, заперто. Я это сделал. Бля, криво. А так вот вокруг своей оси я его не покручу, да? Блин, надо было сюда еще один ротор ставить. Чтобы вокруг этой оси можно было крутить. Я хуйня переделываю. В общем, я его выровнял. Куда? Зачем? Чтобы вы видели все прелести этой жизни. Висит, болтается. Так. Тапир. Чё бы я без этой модификации делал бы? Вот хрен его знает вообще. Скорость меньше. Совсем меньше. Так, сейчас угол 315. Прицел 20. И как мне тебя сделать? Тут почему-то только до 90. Туда-сюда. Добавить шарнирную головку. Красная головка работает ловко. Я боюсь, что тут... А, скорость надо совсем минимальную сделать. И попробовать поколдовать. Так, блокировка шарнира. А, там блокировка выключена. Сейчас вращающий момент уберем. Блокировку выключили. Минус 40. Так. Устраивает. Потихонечку, полигонечку. Понежнее, понежнее. Надо было вначале его поднять до горизонтального положения, а потом уже тем колдовать. Да, долгий процесс получается. Ну, не мы такие, жизнь такая. Во. Слушайте, а если я его прямо сейчас заварю и как полечу? Ладно, чу-чу. Так, угол 46. Значит, угол должен быть меньше. Меньше, 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 меньше. Не лагай. Тихо, главное не оторвать. Я проварил по максималке, потому что страшно. Потому что очень-очень страшно, ребята, я вам скажу. Много. Блястяще. 12 там было, да? 16, 16, 16. Так, ну почти. Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь. Вот это вот полностью. Меня же всосал все... Да, 0. Запасное соединение 5 метров. Максимальная дистанция. Бля. Кто-то мне подсказывает, что он мне как раз и не влезет сюда. Это мы сможем определить вот только вот так. Страшен, черт, как его малютка. Так, текущий угол минус 90. Поехали. Ага, ошибка. Не туда посмотрел. Так, ротор. Так, вращающий момент есть, блокировка ротора выключена. И пердел, теперь будем крутить. Чуть-чуть. Куда? Ой.
Ой, одумайся. Страшно. Ух. Ты чё меня троллишь, блин? Надо тормозной момент сделать. Для начала. Ну-ка, по тормозам. 90 килоньютонов тормоз и 90, давайте, килоньютонов газ. Так, 155. Почему-то стало 155. Дальше не лезет. Об мою башку, что ли, воткнулся? А чё ты не поворачиваешь? Чё ты стесняешься? Слишком большой тормозной момент? Скорее всего. Ну-ка, давай чуть-чуть уменьшим. Ну, давай. Да ты меня троллишь. Собака ты злая. Ладно, мы еще вернемся к этому. Мы еще к этому вернемся. У меня, кстати, еще и смещение есть. А это смещение куда? Ага, это вверх-вниз. Это шикарно. Это самка динозавра. Так, ладно. Когда что-то додумаю, я вернусь. Как я и предполагал. Мы воткнулись в наши трастеры, и они не дадут мне сейчас это все сделать. Ну, знаете, я вот так вот погляжу, сейчас я его выровню, и ведь он влезет, сука. И ведь прям, будь я не я, как говорится, и не моя, просто эти два трастера очень в неудобном месте здесь встали. Это я, чтобы вы совсем не теряли нить интереса. А, я сдохну сейчас от того, что мне питания не хватает. О, игра. Иди спать. Так, что у нас по зарядке? Давайте посмотрим зарядки батареев. Так, батарея. Полное исчерпание через нол. Потребление нол. Так, заряжено. 21 минута. Так, а другие какие у нас батареи? Тут вот нельзя. Вот это вот 26 минут осталось. В принципе, полчаса мы на это на все удовольствие потратили. То есть там батареи, тут батареи и там батареи. И ускорители влево. Хорошо, зарядились. Ну что, когда пристыкую, я вам уже как покажу этот торжественный момент истины. Сейчас вот тот трастер надо будет отцепить. Отцепись-ка. Як? Я надеюсь, не его. И. Вот. И уходи. Уходи, тебе здесь не рады. Такое ощущение, что он работает. Ну-ка. Ну-ка, фе. Муняфе. Так. Все лишнее с пляжа. Я лежу, напляжу. И совсем не жужжу. Слушайте, уже видится финал. Видится конец, я бы даже сказал. Что-то мне подсказывает, что сейчас оно как встанет. Как встанет много. 11. Нет, все-таки 10, 12, ну давай, 13. Несчастливые 13, но ничего. Ну что, влазит или не влазит? Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Я все время должен ставить на паузу, но все время про это забываю благополучно. Тик, 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 тик. Ой, волшебник, ебонский бог. Юра, это ты сделал? Ты что, с ума сошел? Прям сам вот так вот прям... Прям вот, вот так вот, блядь, миллиметра не хватает. Не взрывайся, блядь. Одумайся. Так, этот ряд мы можем взорвать. И пунь тебе на язык, блядь. Взорвать ты этот ряд можешь. Этот ряд мы можем спилить. Тут у меня, в принципе, ничего особо важного нет. Сейчас как его пристыковать? Знаете, чего не хватает? Окромя мозгов. Вот и не угадали, а вот и не угадали. У меня же жужжит в обоих ухах. А не хватает здесь для полного счастья прицепить машину ногой? Хоть как-нибудь, хоть к чему-нибудь. А, хотя она здесь присосана. Это мне даст право на выживать, на выжить? Или не даст? Нет, дай ногу. Ногу. Ногу мне. Как бы мне себе вставить ногу? По самой гланды. Я, конечно, могу жопу приподнять немножко. Но я присосанный. Как неудобно. Чуть бы пониже, да? Прям набили писечку. Ладно, хрен с ним. Я сюда блок поставлю вниз. Хера. Невозможно, говорит. Стесняется. Эх, как взорвать не хочется. Чего мне там на ногу-то не хватает? Да подожди ты, не убивай меня.
Motor is needed in storage. Как всегда. А я и так уже на минималку опущенный. Опущенный! Би-би-би-би. И отцепляться не хочется, и подцепляться не хочется. Херней ты занимаешься? Ладно. Торжественный момент. Ты меня чё троллишь-то? Как-то вот оно должно быть. В принципе, вперед было бы идеально, но вперед не получается вообще никак. Эх, ребята, ребята. Ну, что-нибудь из этого рая выйдет. Либо оно взорвется. Кстати, зацепил я его еще на ногу. Он и спереди прицепился, и сзади прицепился. Сейчас они начнут самостягиваться. Я вот их побольше сделал. И теперь мне надо всего лишь навсего вот это вот чуть-чуть опустить. Извините, вот это вот. Вот это чуть-чуть опустить. Вот так вот. Так. Уже даже близко. Вот это вот чуть опустить. Он, который... Чё? Нижний. Чё? Ага. Вот он как раз. Вот он и опускается. То, что нам надо. Так. Уже близко. Уже очень-очень близко. Жалко вот не притянуть никак. Да встань ты, Кастрат. Или Страт. Я не могу понять. Это... Чтобы не лагало. Вот если толкнуть. Чуть-чуть надо туда их сместить, и тогда будет все хорошо. Чуть-чуть поворачиваем в эту сторону ротором. Либо все придется переделывать, это будет полный... Бог, я новые слова придумал. Нет. Ну давай, сосиська. Сосиська, я тебя умоляю. Вот сохраниться было. Так, вот теперь они вот вроде как совокупились, но они неровно. То есть теперь мне надо как раз это все делать ниже. Не надо мне ничего, не надо мне его. Как неудобно. Ужасть. Жуть, я бы даже сказал. Хер запрыгнешь здесь везде. Запрыжка-то с этой стороны сделана, а там не сделана. Тут здесь пролез, там подлез. А там мне вот это вот не видно. Ну, сейчас вроде как видно. Да не надо мне магнитную пластину. И тебя тоже не хочу. Так, минус 21. Вот так вот. Давай, блясть, вообще. Ёпта, это попало на видео. Йогурт. Йогурт без даты. Ребята. Как еб... Блясть, вообще. Вот это оргазм, ребят. Вот это даже не просто оргазм, это вот просто вот закурил. Осуждаю. На всякий случай. Не про это. Не надо, ребята. Берегите здоровье, мать вашу. Уйди, убийца. Трастер убийца. Я сделал, бля. Я сделал. Все. Теперь он по-любому здесь вот навечно. Вот. Пол корабля, блядь, разобрал. За этого. Я перестраховываю, чтобы его, главное, не оторвало. Все, он стоит вот как у молодого, ребята. Стоит, стоит. Как и отвалился. Вот будет смешно. Ты чё на меня тут это? Это не он упал? Нет, это не он упал. Слава тебе, яйца. Мы сделали это, ребята. Ну что, устанавливаю еще два трастера. Три трастера. Так, вот это вот все можно вот это вот отсюда уже убрать. 68. Это вот мне надо вверх. Вот, встань. Уходи. Да, вот без этой билдвижена вообще в этой игре делать нехрена. Ух, как встает, смотрите. Хвостик. Надо пониже опустить, чтобы им правда было хвостиком, потому что иначе камере смотреть мешает. Самое главное, я прицеплен, и ничего у меня не взорвалось. Слушайте, вот эта нога имеет право на жизнь. Не каждый блок можно поднять руками. Давай, четыре большие трубки. Да вообще не вопрос. Да нет, вот. Отстань от меня. 8 компонентов решетки. 4 большие трубки. Вот тебе большие компоненты решетки. Я его сейчас приварю, он мне сейчас заработает, да? Так, мы насадили себя на два трастера в бок. Право-влево, и мне надо вперед и взад трастера, и мы полетим.
Так, ну в эту серию мы полетим, так что я ухожу на паузу и вернусь-ка. Ну что, торжественный почти взлет. Один маленький взлет для человека, большой взлет для человечества. Не торжественный. Направление спутал. Еще чуть-чуть. Прошло еще полчаса. Чтобы вы понимали, как это сложно. Другого места для него нет, поэтому... Вот как-то так. Ну давай, торжественно. Это еще херня не прыгает. Вот, ну невозможно прыгнуть. То есть вот такой вот херней все время занимаемся. Сейчас вот он состыкуется. Подождите. Еще чуть-чуть осталось. Прям. Одну секундочку, и я охренею просто. Напьюсь. Столько лет не пил и напьюсь, как скотина. Кофе, конечно же. А не то, что вы подумали. Отстань, блин. В общем, если он не состыковывается, попробуйте надпилить и заново собрать. Тогда оно вроде как стыкуется. Чуть-чуть не хватает. Вот я вот этот вот трастер так сделал. Тогда он вроде как состыковывается. Иногда вот этот вот трастер будет мешать. Иди ты в жопу. Ой, в среднем на установку одного трастера уходит где-то порядка получасу. Так что вы представляете, сколько. Пришлось лишний гироскоп отвернуть. Нет, он сюда, наверное, не встанет. Надо было по соседству вот сюда делать, наверное. И хрен бы на него, как говорится. Давайте попробуем. Сюда вот его проще будет протянуть сюда, чем пытаться туда. Туда, сюда, блин. Иди ко мне, мой спелый хлеб. Не падай! Нет, 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 нет. Ой, сколько я сейчас слов уже выучил новых. Вы даже себе представить не можете. Это вот столько слов было. Ой. А там что-то он и белым-то, и желтым-то не становился. Обратили внимание? Что тот-то и желтым не становился. Там, может, это непроваренный? Да нет, проваренный. Просто, да, там, наверное, этот коллижен модель мешала. Эх, бля. Тут одно неверное движение, и он падает на бок, и все. И... Бля. А, су. По-моему, мне пора выдавать молоко за вредное. Притом за мою. Уже столько слов сказал, что вот ни в сказке сказать, ни пером описать. Уже и подстраиваешь, и подкатываешь, подламываешь. Но он все равно не хочет сюда идти. Вот он. О, бля! Дайте мне вот эту вот вставку, какая там была. Где там эти орут целые стадо этих лошадей? Блин. И он у нас... Ой, выдайте мне, пожалуйста, молока. Много. Так, право-лево есть, вверх-вниз есть. Ну неужто я сделал? Ну нет, ну не может быть все так просто. Ну ведь не может. Я вот тут перестраховываюсь, настраиваю вот это вот все, чтобы главное не развалилось. Чтобы если уроним, то уж один раз отсюда и до завтра. Ой, пипец. Это ребята, это не просто пипец, это о, блядь, чаще. Это все вот все эти трастеры надо зашить, потому что оно бьется, и вот этому трастеру приходит звезда. Так, мне нужно 4 трубы. Вы не представляете, как у меня срака воспламеняется просто уже. Мне уже даже сидеть страшно. Уже мое кресло бронированное не выдерживает таких импульсов. Вот у меня есть трубы, вот у меня есть решетки, вот у меня есть двигатели. Чё тебе там надо там? Только трубу, что ли? Ладно, хер с тобой, сбегаю. Ты только не улетай, а представляете, сюда будем делать водород. Ведь мы должны улететь на большой решетке, правильно? Правильно. Теоретик. Извините, у меня уже все. Это уже нервное. Выдайте мне, пожалуйста, валерьяночки. И побольше, бля. Сейчас как полетим, Сейчас как как полетим? И все, и... Ох, я новое слово придумал. И нет. О,
Кстати, я один гироскоп срезал, так что это надо еще определить. Остались ли у меня гироскопы и убрать там перехваты и всякие. Вот я на него прям смотрю, я его сплюнул. Так, есть ли у меня гиро? Ги? Ги не вижу уже. Гироскоп. Так, перехват управления выключен, мощность есть. Перехват управления выключен, мощность есть. Включен, включен. Ну чё, попробуем что ли? Отцепись-ка. И? И я зацепился ногой, да? А-а-а! Летать не дает, сволочь, блин. Отстань со своим автозацепом. Да нет, блядь. Вообще. Я хочу летать. Я хочу летать. Ни в одной игре так не хотел летать, как здесь хочу летать. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Высота подвески. Вот, хорошо. Так, моя масса. 71 тонна на. Это меня как-то жопу поднимает. На 30 минут полета. Так, и что у нас тут? Уинки. Уинки. Не летит. Вот и глядь. Так, надо избавиться от лишних колесев и надо избавиться от лишних этих. Но оно уже пытается поднять свой живот. Скорее всего, вот этот вот кран тут, что-нибудь там, это какой-нибудь тензер, не тензер, блин. Что-нибудь там с этими кранами. Вы сами знаете, что роторы это роторы. Блин. Они ни к чему хорошему еще нас не приводили никогда. Так, чё, где тензор-то? Дайте мне луп хоть, это не вижник. Так, открепить головку. Прикрепить головку. Открепить головку. Где этот лядский тензер? Так, а чё по массе? А давайте попробуем его ослабоним и срежем верхние колёсья. Это сейчас займет совсем пару секундочек времени. Но мы ж должны. Я знаю, что уже час. Вы не представляете, сколько уже. Уже сутки прошли, ночь и еще сутки. Сейчас мы узнаем. Полетит ли машиной или не полетит? Висит или не висит, твой китс? Да вы чё прикалываетесь? Нахрен мне столько ваших денег? Кто мне тут денег? Лорик, ты что ли? Лучше динозавриков дай. Лорик. Лошадка. Чё ты не сплёвываешь, придурок? Сейчас попробуем, облегчим его по полностью. Для начала надо срезать колёса, ибо оно тяжелое. Да, кастрат, знаю. Но куда деваться? Не мы такие, жизнь такая. Так как мы собираемся быть, блядь, летающими. Значит, нам лишняя масса не нужна. Тут особо-то масса-то и нету. Ну, сами понимаете, колеса, там всякие роторы. Я просто не хочу этот кран отламывать, потому что я его еще полгода буду откатывать. Я думаю, что вот эти вот лишние колеса явно не дадут нам взлететь. И полные сундуки тем более. Снизим массу на до 40, и у нас прям будет все летать, как этот, как говно с балкона. Так, забери меня скорее, вынеси за 100 морей. И целуй меня везде! 17 мне уже, я знаю, что долго перебегаю. Да, наверное, вы правы. Вы правы, вы правы, вы правы. Тут еще до этого не дотянешься. Ты раком, что ли? Нет, не раком. Так, что у нас по массе на данный момент? Вот мы срезали 4 колеса. И стали весить 58. Представляете? То есть пару ходочек. Куня тут. Дай. Дай. А нахрен ты у меня работаешь? Ты у меня жрешь 200 ватт энергии. У меня и так этой энергии нет. Да, вот эти колеса срежем, и вообще будет нам счастье. Часть лифчик. Забери меня скорее. Да, вы знаете. Вот. Основная масса. Тут, конечно, нету. Отсортировать ни по массе, ни почему нету. Так, ладно, я вернусь. Так, ну что, мои дорогие друзья. Мы 29 тонн
562 килограмма и 20 миллиграммов. 20 миллиграммов, это, наверное, я не сходил никуда. Вот так вот мы выглядим. В общем, торжественно. Торжественно. Мы берем группу трастеры. Включение-выключение. Вкл-выкл. Есть. Сейчас выкл. Так, тормоза. Убираем, отъезжаем подали, чтобы никого не раздавить. Потому что уже что-то в предвкушении этого. Так, ну что, мы готовы лететь? Ребята, скрестите ваши негодицы. Яха! Понятно. Яха! Ну, нихера он не разгоняется, конечно, вперед. Но он уже летит, ребята. Оно уже летит. Целых 2 часа мы можем парить. Поворачивать можем? Можем. Обнаружен неизвестный сигнал. Да, с такой скоростью мы разгоняться будем очень долго. Мы можем лететь как на вертолете, в принципе. Вот, пожалуйста, мы летим. 2 часа 49 минут, когда подгазовываем. И на вертолетной жопишной тяге мы так уже летали. Это уже все-таки оглядеться, да посмотреться, а тормозить как? Охуенно. В общем, сейчас на данный момент это выглядит как большой вертолет. Это поползун. В общем, тяги мне не хватает. Мне нужен еще один трастер в жопе и вперед. Вправо-влево мы можем отказаться от трастера вправо-влево? Не знаю, не уверен. Не уверен, не обгоняй. Ну, слушайте, уже 26 километров летим. Вам так нравится? Он мне нравится. Ну, вот так вот, опа, поставили и это. И нормально. Все, ребята, мы летаем. Мы большие. И летучие. Вот так вот это вот все газуется. Вот так вот. Вот. На вертолетной тяге. Сейчас бы, блядь, эту вышку не снести. Вот нормально все. Летим на нормальной высоте. На целых 2 часа нам хватит этого питания. Беспрерывного нашего полету, ребята. Гасители, конечно, херня, но ничего. И так вот остановились. И аккуратненько начинаем приземляться. Аккуратненько. Гася скорость по импульсу. И добро пожаловать на борт, мои дорогие друзья. Оп. Все, нежно. И полностью, ребятушки. Юрий Александрович это сделал. Надеюсь, вы оцените данный. Ну, конечно, передвигаться так мы можем намного быстрее. Мы можем разогнаться, включить, например, вот так вот, их, и разбежаешь, спрыгнешь со скалы там на скорости там 100 метров в секунду и полетели нахрен. Туда, куда нам надо. Представляете, насколько хорошо? Мы можем отрезать у этого звездолета колеса, но колеса я отрезать полностью не могу. Хотя могу. Но об этом вы уже узнаете в следующей серии, мои дорогие друзья. Мы это сделали, мы летим. Мы летим, ребята. Надеюсь, наш лайк не отломался. Смотрите, какой я прям скраб-механик. У меня даже очко есть. Вот вам ваш лайк. Хуя. Эх, кины-кины, а ведь хотфикс вышел. И вот нам тут наобещали. Сейчас я открою, тут высветится. Вот, фиксит краш, а и офенсив блок из дестроит. Как пит, как есть. Ну что ж, мои дорогие друзья, как всегда, Юрий Александрович, думаю, что вы этот час провели очень весело со мной, потому что я здесь провел примерно 3,5 часа, и это все было за кадром. Опять гром гремит, кусты трясутся. Что там делают? Правильно, летают, летают и еще раз летают. Огромнейшее вам всем спасибо за просмотр, за вашу поддержку, за ваши комментарии. Ребята, быть добру, я никуда не деваюсь. Снимаю по мере возможности. Все только для вас. Ну что ж, обнял, приподнял. Пишите, жмите. Всем до новых встреч. Всем приятной игры. Всем благодарю за поддержку. Всем пока-пока.